на конкурс «Дети читают стихи». Лабиринт.ру. Осипова Нина, 5 лет. Детский сад номер 84, город Таганрог. Владимир Орлов, «Живой букварь». Нас любое время года учит мудрая природа. Птички учат пению, паучок терпению, пчелы в поле и в саду обучают труду. И к тому же в их труде все по справедливости. Отважение воде учит о справедливости, учит всех на счастье. Солнце учит давать каждый день зимой и летом, дарит нас теплом и светом. И взамен ни у кого попросит ничего. У природы кругут, обучаться нужно. На деревья всех повод, весь большой лесной завод учит крепкой дружбе.